Причем сигнал полиции грузина. Тут некогда встретить, можно? Вот. Я вам только что указывал. Где вы никто не указывал? Еще раз подойдите, пожалуйста. Молодец! То есть у молодого человека чисто лист бумаги в руках. Что это у вас за листок? Шоу показать, а что это листок бумаги. Ну, для какой цели? Целью. Да, первый листочек. Целью выразить. Я вас уведомляю о том, что соответствует постановлению губернатора Новосибирской области номер 72-Б от 18 марта 2020 года. Также постановление губернатора Новосибирской области от 9 февраля 2022 года, номер 40-Б, публичные мероприятия, любые публичные мероприятия на территории Новосибирской области, в том числе одиночные пикетирования, которые, так понимаю, вы сейчас совершаете, запрещены. При непрекращении ваших противоправных действий вы будете подвергнуты административному наказанию, предусмотренному статьей 20.6.1. Требую немедленно прекратить ваши противоправные действия. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Все, забрали. Вот такие действия полиции, если человек выходит даже с пустой чистой бумажкой, с чистым листом, без всяких лозунгов.